Приветствую вас, Карина. Я думаю, что вопрос, который вы задаете, поставлен, в принципе, некорректно. Ну, да, может быть, конечно, это и манипуляция. Ну, с точки зрения мужчин, может быть. Но вне зависимости от того, манипуляция это или нет, такие отношения, как у вас, вряд ли можно считать здоровыми, потому что у них отсутствует одно из самого главного элемента, аспекта отношений, а именно безусловное принятие партнера. Этого в ваших отношениях, к сожалению, нет. И если этого в ваших отношениях нет, то можно говорить о том, что это отношения несколько деструктивные. Это отношение несколько дисфункциональное, вот, и имеет определенные, к сожалению, проблемы. Это первое. На что я хочу обратить внимание. Второе. Вы говорите, что я могу себя накрутить, но только если на это есть основание. Здесь я хочу вас расстроить немножко, наверное, и сказать, что оснований для того, чтобы себя накручивать, нет, никогда. Именно накручивать. То есть, как бы, да, есть, вероятно, некоторые моменты, когда нужно принимать какие-то решения, есть некоторые моменты, когда нужно, ну, например, допустим, что-то предпринимать, да, вот, это безусловно так, ну, то есть, безусловно, это правда, но накручивать себя нет, накручивание является тем, что в психологии принято называть механизмами навязчивости, и связано это исключительно с, я бы сказал, определенным подавлением своих желаний, определенным подавлением своих чувств, определенным подавлением каких-то своих эмоций и так далее. Вот. К сожалению. Поэтому этот момент, на мой взгляд, нужно учитывать. Навязчивость — это то, что является чисто вашей проблемой. К сожалению, и решать эту проблему нужно вам, а не оправдывать себя и не пытаться это как-то рационализировать. Именно это мне показалось, вы делаете в своем тексте. Пытаетесь рационализировать ту проблематику, которая у вас, ну, как бы, присутствует. Вот. Это следующий момент. Дальше. Отношение к вам мужчина, ну, то, как человек к вам относится, на мой взгляд, является отражением того, как к себе относитесь вы. А это, мягко говоря, не очень, судя по всему, хорошее отношение.
Почему не очень хорошие отношения? Это вопрос, скорее всего, по той или иной причине вы себя обесцениваете. Нужно только постараться определить, какие есть основания для того, чтобы вы себя обесценивали, с чем это вообще говоря связано. Дело в том, что тот факт, что вы себя обесцениваете, в общем-то является вашей личностной проблемой. Является вашей личностной проблемой, это, конечно, влияет на то, как вы ведете себя в отношениях. А это, в свою очередь, влияет на восприятие вам, на восприятие вас, мужчины. То есть это влияет на то, как мужчина вас воспринимает. К сожалению. Поэтому это тоже нужно учитывать обязательно. Это необходимо, я бы даже сказал, учитывать, потому что это неотъемлемая часть отношений, в принципе, любых. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это то, что вы пытаетесь понять причину того, что делает человек. Я бы сказал, что это ошибочно, непродуктивно и крайне низкоэффективная история. Почему? Ну, потому что понимать другого человека можно до бесконечности. Ничего хорошего только из этого не выйдет. От слова совсем. Люди часто не совсем понимают цены, что они вообще хотят. А вы пытаетесь другого человека понять. Ну, мягко говоря, это является безнадежной историей. То, что вам действительно, на мой взгляд, нужно делать, так это стараться понять себя. То, что вам действительно нужно делать, так это, на мой взгляд, пытаться разобраться в себе. Вот если вы разберетесь в себе, то, соответственно, уже будет все гораздо проще. Например, каковы причины того, что я себя обесцениваю? Почему я с мужчиной в отношениях 3 года, и до сих пор у нас нет каких-то таких, ну, оформленных отношений. 3 года это довольно большой срок. Конечно, вы можете сказать о том, что это то, что вас устраивает, это то, чего вы хотите. И я ни в коем случае не буду с вами спорить, но ситуация развивается таким образом, что мужчина постоянно вас критикует, а вы это терпите. И вот это уже выдает вас заниженную самооценку, отсутствие личных границ и, может быть, страх одиночества. Мне бы этого не хотелось. Для вас, я думаю, что вам для себя этого бы тоже не хотелось. Вот. Поэтому крайне важно вам с этим разобраться так, чтобы это больше не влияло на ваше поведение. Что повторюсь, весьма важно. Мужчина, по сути своей, ну, не сделал бы ничего такого, чего бы вы, например, ему не позволили. То есть все, что он делает, все, что человек делает, он делает это только потому, что думает, что ему это можно. Вот то, что вы ему это позволили, это уже, согласитесь, весьма интересно, почему вы ему позволяете это делать. Также
нужно сказать, что мужчина вас не принимает, ну то есть вот он вас не принимает полностью, да, он вас, как вы сами говорите, критикует, вот, и если он вас критикует, то опять же, вы терпите. Вы терпите его критику. Это как бы вопрос. Да, вы пытаетесь оправдываться. Вы пытаетесь что-то ему объяснять. Следующее. Это неуважение, я бы сказал, личных границ человека. Мужчина четко сказал вам, не писал. Вы не писали. То есть вы не уважаете и не принимаете, судя по тому, что вы пишете, активность своего мужчины, его выбор. А практически я бы сказал, что это означает, что вы не принимаете его таким, какой он есть. А значит, ваши отношения не сказать, чтобы построены только на любви. Я думаю, что там в ваших отношениях есть что-то еще, есть элементы выгоды. А, нет, нужно понимать правильно, что морализаторствовать я не пытаюсь и действовать действовать для своей выгоды, это вполне нормально. Я не считаю, что вы не должны действовать в ущерб себе. Но нужно понимать, стоит ли оно того или нет. Вы, судя по всему, недовольны. Вы, судя по всему, не удовлетворены. А значит, то, что вы делаете, того не стоит. А значит, вы сами себя в какой-то степени продаете. Вот это вот и является проблемой. Необходимо в отношениях, ну вообще не только в отношениях личных, но и в любых отношениях, необходимо защищать свои интересы, необходимо продвигать свои интересы, если можно так выразиться. Вот. Если этого не делать, то никто не будет вас уважать, да? То есть люди не будут уважать вас просто так. Особенно если вы демонстрируете там позицию вот такого плана, да? Позицию зависимую. Если вы демонстрируете такую позицию, когда, допустим, вы объясняете свою вот склонность к накручиванию и так далее. Вот. Поэтому здесь очень важный момент, на который я хочу, чтобы вы обращали свое пристальное внимание. Без этого, без данной позиции, без данных моментов, отношения вам будет выстраивать тяжело. Следующее. На что я хочу обратить ваше внимание.
это на то, что вы не доверяете себе, спрашивая нас, нормально ли то, что делает человек, нормально ли для мужчины, например, отстраняться. Это выдает вашу неуверенность, возможно, страх. Если я совершу ошибку, думаете вы, то я могу его потерять. И возможность для вас сделать выбор и поступить в соответствии со своими чувствами, судя по всему, не является достаточным основанием для того, чтобы так сделать, для того, чтобы так, условно говоря, ну, поступить. Да? Вот. И это, на мой взгляд, также является проблемой. Понимаете, какая штука? Я хочу просто, чтобы вы подумали об этом, чем, допустим, пытаться понять того, кто не понимает себя, может быть, имел бы смысл постараться понять себя и разобраться в себе. Понимаете, какая история? Если вы разберетесь в себе, ну, если вы будете разбираться в себе, то вам станет гораздо легче. Это 100%, потому что в таком случае ваша жизнь будет зависеть только от вас. И ни от кого больше. Вот это нужно максимально четко для себя выявить. Вот. Понимаете? А сейчас вы находитесь в такой вот зависимой позиции. Да, безусловно, здесь есть элемент манипулирования, потому что мужчина-то он чувствует, что вы от него зависите, он чувствует, что вы пытаетесь диктовать свои правила, ему это, безусловно, не нравится, и он пытается вас еще больше, что называется, как бы приручить, скажем так. Вот. Он бы этого не делал, если бы вы были бы более уверены в себе. Но поскольку вы в себе не уверены, поскольку вы склонны себя накручивать, поскольку вы склонны оправдываться, склонны испытывать чувство вины, то человек это делает. Да, он от вас, скорее всего, он от вас не уйдет. Скорее всего, он не уйдет от вас. Потому что, ну, если бы он хотел уйти, он бы не устраивал из этого такое вот целое представление, как
как он это делает. Вот. Поэтому это здесь достаточно все как бы на публику. Это то, что называется демонстративной такой историей. Вот. Мужчина не уйдет. Но решит ли это вашу проблему? Вот что важнее. Ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, это ваши проблемы не решит. То есть, ваша проблема не может быть решена через понимание того, манипулирует ли мужчина или нет. К сожалению. Вот. Потому что это ориентир на других. Вот. Вот это то, на что нужно вам обратить свое внимание. Как я считал, с моей точки зрения. Естественно, у вас позиция может быть другой. Что добавить еще к тому, что я уже сказал. Вы пишете о том, что высказали мужчине то, что вас волнует и беспокоит. Нет, в принципе, в целом, конечно, вы поступили, не сказать, чтобы неверно. Но есть одно «но». Есть ощущение, что вы сдерживаете себя. Есть ощущение, что вы не выражаете своих чувств тогда, когда это нужно. Есть такое ощущение. И вот здесь очень важный момент, если вы этого действительно не делаете, если вы действительно сдерживаетесь и только потом, когда это превращается уже в невыносимую, условно говоря, боль, но мне бы не хотелось, конечно, пафосничать, да, но вот давайте скажем так, когда это становится невыносимо, вот тогда уже вы наконец-то позволяете себе что-то выдать. Это крайне негативно для вас, да, то есть это свидетельствует опять же о том, что вы сдерживаетесь. Если вы сдерживаетесь, то вы себя подавляете. Если вы себя подавляете, то и вас тоже будут в паре подавлять. Это закон, закон отношений. Вот. Поэтому тут вот как бы нужно это учитывать обязательно, если вы хотите выстраивать отношения, да, ну, я имею в виду гармонично. Кроме того, когда и если вы, что называется, высказываете человеку все, когда вы именно вот высказываете человеку все. Это создает ощущение неестественности, ненормальности. Хотя, на самом деле, это естественно и ненормально. Но создает такое ощущение, что это не свойственно вам. Ага, если вам это не свойственно, то и воспринимать это всерьез нельзя. Понимаете? То есть чем больше вы сдерживаетесь, тем больше человек привыкает к тому, что вы сдерживаетесь,
тем больше человек считает, что это нормально. То, что для вас это ненормально, ну, опять же, если для вас это ненормально, то это понятно, но так дело в том, что мало просто вот ну, сказать, что для меня это ненормально, все, да. Важно еще донести до человека эту позицию. Вот. Так, чтобы он ее понял и услышал. Чтобы у человека была мотивация понять вас и услышать вас. Если этой мотивации нет, то это бесполезно. Дальше. До этого он всегда поддерживал, был заботливым, резко стал его не устраивать. Этот момент, что его стало резко все не устраивать, а раньше был заботливым, может быть связан с множеством факторов. И все из этих факторов сейчас лично, допустим, для меня очевидно. Не все. Я могу с уверенностью сказать, что да, мужчина, как бы, ну, в человеке действительно что-то изменилось. Что в нем изменилось? Однозначно я сказать не могу. Нужно анализировать. Может быть произошло что-то. Может быть, сам человек изменился, ну, я имею в виду, изменились, допустим, его ценности. Просто ценности поменялись и все. Вот. Может быть, есть еще какие-то факторы, которые влияли, ну, повлияли, может быть. Сказать однозначно, повторюсь, сложно. Можно и нужно с этим разбираться, если вы хотите сохранить отношения, но однозначно сказать тяжело. Дальше. И как себя вести, и что делать, чтобы что? Тяжело сидеть в неизвестности. Ну вот, смотрите, да, тяжело сидеть в неизвестности для нас это означает, что вы себе не доверяете, что вы не способны сами принять решение, исходя из ваших ценностей. Нормально ли, что мужчина обороняется, стоит ли это терпеть, то есть он вроде ушел, вроде нет, что думает. Повторюсь, то, что мы думаем, не является важным. И ваш вопрос, поставленный таким образом, не является корректным. Психологи не думают, а помогают разобраться в себе. Если вы хотите разобраться в себе, мы поможем. А так, на мой взгляд, вы пытаетесь переложить ответственность на нас за свое решение. Ну, самостоятельное решение принять вы боитесь, вот, значит, вы перекладываете это решение на нас. Ну, ничего хорошего в этом нет. Вот, поэтому, как бы, для что думается вот, для этой истории, для этой роли есть друзья родные и как бы доверенные люди, вот, а для разбора в себе есть психолог, вот, и психолог. Вот. То, что думают, не говорят. Психологи помогают решить противоречия.
те противоречия, которые есть у вас. Помочь, могут помочь решить проблемы страха на вас, тоже, безусловно, присутствуют. И много-много чего еще. Если вы, конечно, этого хотите. Вот то, что я могу вам сказать. Поэтому сформулируйте более четкую цель, наверное. Что делать, чтобы что, как себя вести, чтобы что. И самое главное, то, что вы можете сделать здесь и сейчас, это посмотреть, а что меня, собственно, стопорит. Вот именно стопорит меня что. То есть, почему я не могу, например, ну, самостоятельно принять решение. Может быть, я боюсь чего-то. Может быть, я там, не знаю, стыжусь чего-то. Вот. То есть, как бы это все очень важные нюансы и важные детали, на которые вам необходимо ответить. Хотя бы для себя. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.